И в конце выпуска о погоде в городе прогноз на завтра от Полины Шакаровой. Ежегодно 10 ноября специалисты одной из точной профессии отмечают свой профессиональный праздник – День бухгалтерии. Этот праздник также часто называют Днем бухгалтера. А какой погода будет в нашем городе, мы узнаем прямо сейчас. 10 ноября в Кирове пасмурно, небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 1 и ночью плюс 1 градус. Ветер западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба. Всем удачной пятницы!